Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, какая на фон устроились и будут. Видите, удачного вам общения со мной. Спасибо. С Кливорыльским. Лицо трудное, непростое. Подтяжек на лице нету. Вот одни. Единственные подтяжки, поэтому лицо сложное. Будете работать. Олька Владимировна Волкова вошла в съемочный павильон в лыжном костюме. Я тоже очень люблю горные лыжи, и мне захотелось ее пригласить на какой-нибудь склон. Думаю, что с ней можно еще на водные лыжи встать легко, совершенно на ролики. Ну и придумать еще что-нибудь экстремальное, потому что она готова к экспериментам, и возраста там нет просто никакого. Вообще. То есть этих цифр, которые есть на самом деле, есть по паспорту, их нет. У нее нет. Ей 72. И неприлично было бы не сообщить эти цифры. Она же сама первая над ними издевается и подтрунивает. Возраст, внешность, амплуа для Ольги Волковой – ее экстрим. И без того острое ощущение, которое она с удовольствием обостряет мимикой и жестом в своем большом искусстве маленького эпизода. Пошли всем вон из моего дворца! Страна! Большое искусство маленького эпизода. Сделать невероятное за несколько секунд, чтобы потом не пойти под нож на монтажном столе. Не то, что полфильма заносчиво шуршать юбками в красивых кринолинах. В то время как фактурные фигуристые коллеги символизировали красоту, стать, ум, честь и совесть эпохи, их ровесница Ольга Волкова олицетворяла весь эпохальный абсурд. Что, по крайней мере, честно. Она родилась и жила в стране победившего абсурда. Пятилетка в 3 года, кукуруза, царица полей. Жилищная норма 4 квадратных метра на человека. И, согласно Карлу Марксу, все и каждый расставались со своим прошлым, смеясь. Только так. Дочь репрессированного отца, девочка из аристократической семьи Ольга Волкова, усвоила это лучше всех. Спасающее свойство характера. Глаз будет. Сейчас я загорюсь. Я думаю, что это биохимический состав крови какой-то. Там какие-то у меня все ощущения, что я с утра выпила 150 грамм коньяку. Что уже я готова действовать. И когда я даже лет 15 назад мужу, он художник, он с другими страстями. Замечательный художник Владимир Ковролев, живописец и талантливый человек, невероятный. Но он с другими эмоциями живет. Значит, это спокойнее. Как он, бедный, меня выносит, я не знаю. Но когда я ему шепотом говорю: «Вовочка, в булочную сходи, пожалуйста», он разлепляет один глаз и говорит: «Господи, с утра с таким напором». Я шепотом говорю: «Я на придыхании». Значит, из меня что-то уже несется. Я с детства коллекционировал ощущение физиологического счастья. Вот то, что можно почувствовать клетками. Это чувство скорости, что я все-таки на Яве проехала на мотоцикле. Никакую машину мне теперь не надо. Я мечтаю только о мотоцикле. О каком-нибудь мотороллере, я не знаю, там, любой пуколке, на которой можно быстро проехать. Это музыка. Джаз обожаю. И танец тоже. Но самое главное – это дети. Я с детства мечтала о детях, чтобы их было много. Значит, это я пошла в прабабку Шарлотту Ивановну Данильсену Петронеллу. Она была акушерка.
И пока БТЗР никаких воинственных маршей. История еще успеет настучать барабанными палочками по затылку. Сейчас только игривые клавиши под пальцами топера, аккомпанемент дореволюционного Санкт-Петербурга. До 1917 года Санкт-Петербург – столица империи. Город, куда приезжали подзаработать, как сейчас в Москву. Даже из-за рубежа приезжали и акушерки, и часовщики, и артисты, мечтавшие прославиться в столичных кабаре. Колоритные предки Ольги Волковой, она же фон Хорст. Если перечислить для зрителей, сколько в вас национальностей намешано? Могу перечислить. Это значит, вот чехи, норвежцы, поляки, немцы, евреи, французы, русские. Вот семь. Я назвала семь. Кто-то еще был. И вообще это... Особенно сегодня это болит, когда начинаются этнографические разборки. Ты понимаешь, что это просто куча идиотов, которые не знают своих предков. Но уже доказано, что каждый десятый родственник. Доказано. Мама ненавидела меня, говорила, ты немочка. Ты вот вечно завтрачек, да, завтрачек мужу сделать, почистили ты зубы. Вот, и, конечно, я мужа достаю до сатанения просто. Один раз он уже просто взвыл и говорит, дай мне просто по морде в следующий раз. Потому что салфетку положить, подоткнуть. И вот эта заботливость, аккуратность, любовь к дому, к режиму, к порядку. А еще я хочу продолжить. Страсть к языкам. Вот отец меня не хотел, чтобы я была актрисой, он хотел, чтобы я была медиком или занималась языками. Это меня нагнало. Я лечу всех, как сумасшедшая. Мне запоминается фармакология, дозировки. Я с собой вожу, все ржут надо мной, что у меня вот такая аптечка, когда мы едем на гастроли, потому что я знаю, про себя забываю, что себе принять, но я обожаю лечить, я хорошо делаю массаж. У меня к этому пристрастие. И так же, как я страдаю, что я не знаю языков. Поэтому во все роли пытаюсь подпихнуть языки. Все. Все сплаудит! Це магніфік! Что? Замечательно! Ну как, вам нравится? Прелестно! Вам очень к лицу. Просто шарман! Велите уложить в красивую коробку. Слушаюсь, Юлий Капитонович, бьен сюр. Кто это видит? Кому это надо? Ну вот довести все это от немецкой качества до безупречности. Вот эпизод высосать, вылезать до безупречности. Грим, костюм, аксессуары, чтобы была законченность, миниатюра. А чтобы в этом была исчерпанность вся, наполненность. И вот я попросила модистка, жестокий романс. И я говорю, можно на француженку будет? Ну, это интереснее. Пожалуйста. Я говорю, а грим можно будет? Он говорит, какой? Я говорю, как задница у балонки. Знаете, под хвостом. Только тут розовенькая, а тут все беленькое. Такая попка балонки. Но чтобы мне весь текст произнести с французским акцентом, как француженки говорят на русском языке. Я заловила его. В Питере в то время было очень мало иностранцев. С каким-то трудом, с упорством маньяка я добилась знакомства с француженкой. Она занималась русским языком, русистка была, и занималась детской литературой. Я отдала самые любимые детские книги, я их очень люблю и собираю. А я записала тоже, у кого-то магнитофон ленточный еще был, записала ее речь, весь свой текст. И он не подкопаешься, потому что они говорят «ружо» и «дядья». Вот они обращаются с мягким знаком, очень странно. Это никто не заметил, но абсолютно наверняка. И медаль не повесили. Но я получила большое удовольствие, что я довела до ума. Вы говорили 50. Кружева подвернулись брюссельские. И потом Лариса Дмитриевна фантазии проявлена. Вот и дороже вышла. О-ля-ля. Это азарт большой. Я получила большое удовольствие от эпизодов. Вы все-таки мамина дочка, да, так получилось? Получилось, что мамина. Хоть папу я очень любила. Но он очень другой был человек, из другого мира. Очень жесткий, очень... вот он был цербером совершенно. Мама – это часть моей любимой ветки дедовской. Это артистизм. У вас не было обиды на папу, что он ушел из семьи, не жил с вами? Это было
Во-первых, он не ушел из семьи, его посадили, и я так тосковала по нему. Мне не говорили, то есть я пришла на суд, чтобы его увидеть. Я знала, что где-то он. Я его увидела, и сказали: девочку, уберите из зала. Он только махал мне рукой. И потом его увезли, и там он уже был на Беломорканале где-то. Во время Великой Отечественной войны южная часть Беломорканала была полностью разрушена. Кремлевские стратеги не придумали ничего лучше, чем арестовать несколько тысяч дееспособных мужчин и в качестве рабочей силы принудительно отправить их на стройку века без права переписки. А когда уже он вернулся, там у него была семья. Женщина была какая-то, мама об этом узнала. И сказала: мы уже взрослые, мне уже было 14 или 15 лет, брату было 19. Ну, не имеет смысла. Она прописала его, приняла, одела с ног до головы. Но, извини, мол, уже семья как таковая быть не может. И он взбесился совершенно, взбесился и стал упрекать маму, что это она ему не верна. В общем, была безобразная сцена, чему я была свидетелем. Я ему этого не простила никогда. Но все равно, когда уже мамочки не стало, и он заболел, я была рядом. Потому что в таких ситуациях это не обсуждается. И он даже как-то заплакал, говорит: вот я так не принимал участия в твоей жизни, а рядом ты, не кто-нибудь другой, а ты. И даже занималась, когда он умер, его женой, мачехой моей, потому что надо было с ним, никто не принял участие. И я спросил у родственников: а как? Ну, если ты дура, то помогай. Ну, я, значит, дурак. Удел счастливых дураков... Сейчас. Удел счастливых дураков, неисправимых чудаков, кого печали черв не гложет, любить за так, не за пятак, с восторгом любящих собак, и верить, день недаром прожит. Вот так я и живу. Вот так я и живу с восторженностью идиотки совершенно. И никогда в молодости не хотелось мне стать старше. А сейчас ни день не отдам назад. Исчерпана. Я исчерпала каждый эпизод своей жизни. И приятный, и неприятный. До конца. Стоп, сделаем салфетку, пожалуйста. Да, давайте сделаем. Давайте, хорошо. Крутим. Я умоляю вас. Хорошо, хорошо, конечно. Ставьте самый бестактный, идиотский, я не знаю. Пожалуй, впервые за мою телевизионную практику народная артистка сама напрашивается. Ольга Волкова иная. Она привыкла ждать неожиданного. Можно даже сказать, пристрастилась. Да. Это, конечно, уже не лицо, а... Бедные детки, они же придут сказку смотреть. Это пристрастие к эмоциональному экстриму родом из Тюза. Больше 13 лет актриса Ольга Волкова отслужила свое в Ленинградском театре юного зрителя и «Березкой», и «Зайчиком», и «Ванькой-встанькой». В непосредственном контакте с таким непосредственным юным зрителем. Скажите, было у вас первые годы в Тюзе, когда хотелось бросить все и заняться другой профессией? Да, много раз было. Много раз было. И вот это то ли отцовское проклятие, что я... Что-то во мне... Я дико скучала от своей профессии. Мне было скучно. Мне мало было театра. Хотя тогда... Потому что... Забитость, 3 спектакля в день, плюс еще приработки. Вот будете представить, 3 елки в день и 2 спектакля. 5 спектаклей каждый день. Встал, проснулся, побежал. Лег спать, проснулся, встал, побежал. Мне казалось, что я прозрачная, что я еще весила 41 килограмм. Что жизнь проходит сквозь меня.
что я ничего не ощущаю. Только пока я не родила уже второго ребенка, я как этот скороходы, которые надевают путы, чтобы оказаться на земле. Пух, приземлилась. Увидела птиц, услышала воздух, поняла, что счастье какое жить. Подождите, скучно в профессии, но вы же получали удовольствие, когда в том же ТЮЗе играли? Нет, я, конечно, получала удовольствие. И в ТЮЗе, и в БДТ были спектакли. Дело не в том, что скучно играть. В профессии ограничивает возможности ходить в музеи. Я не мало этого. В театр домой. Мне нужно, чтобы у меня семья была, чтобы детей воспитывать, чтобы мне много было бы дома народу, чтобы все были обуты, одеты, сытые, чтобы все учились, чтобы мы общались, собирались по праздникам, пели, танцевали. И как кто-то мне сказал, вот идет звезда Волкова. Говорю, боже упаси, не звезда, я на земле, там очень холодно и одиноко, я только тут. Повтори, сколько желудей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не а шесть, а пять. Иди собирай еще. Мало-мало, иди собирай еще. Мало-мало-мало. Так, все посмотрели на Свиридова. Свиридов не стыдно? Сейчас же отдай все желуди Куницыну. А мы их вместе собирали. Тогда поделите поровну. А как? Один ему, другой тебе. А третий? Так, все. Время истекло, начинаем подсчет желудей. Надо актерам рожать. Это умножает нашу энергетику. Ведь, извините за грубое сравнение, но это медицинское. Ну, захотите, вырежете. Мужикам дано ведро спермы. Хочешь, выливай сразу, хочешь чайными ложками до 75. А актерам галлон эмоций. Хочешь, выхлёстывай сразу, играй до посинения по 25 главных ролей. А потом наступает эмоциональная усталость, опустошение. Так вот, дети, они нас, мы обновляемся, как с каждым ребенком. Они добавляют нам энергетику, освежают впечатление, мы заново мир видим с ними. И вот когда вот дочь первая у вас появилась, это как-то... Это было страшно, потому что мне сказали, меня в театре не оставляли, сказали, что если я забеременею, то меня выгонят. То есть по закону они не имели права. Раньше были законы в театре, профсоюзы были. Если я забеременела, то меня не могли выгнать. Но ролей бы я лишилась, мне так и сказали. Вас в театре оставят, но играть вы ничего не будете. Тем более вы забеременели. Я боялась очень забеременеть. А сколько вам лет тогда было? 21. Ну, как только я забеременела, об этом я кричала. Мама меня встречала с поездом, мы уехали в медовый месяц на юг с мужем. И когда мама меня встречала на вокзале, я орала, она что-то говорит, мама, я беременная. Вот такое было чудолюбие. Мне было наплевать на все, что будет, дадут ли. И уже второго ребенка тоже было счастье сознательно, потому что я каждые 5 лет хотела родить. Это какой-то, я видела коляски, у меня вот так слезы. Как кошка. Второй ребенок, вы же одна были. И что? Я сама себе и родила в подарок. Родила второго ребенка от неистребимого животного желания родить. Невозможного. Поговорим о странностях любви. Иного я не мыслю разговора. Отец второго ребенка Ольги Волковой, сына Ивана, народный артист Николай Волков. Эта фамилия стала ее судьбой, при том, что Николай Волков так и остался гражданским супругом актрисы. Она жила в Ленинграде, он в Москве. Им просто было хорошо друг с другом. Взрослые отношения. Москву нельзя забыть. Помните Воробьевы горы, Арбатские переулки? У них такие смешные такие названия. Сивцы вражек. Николай Николаевич был один, я была одна. Ну и так договорились, когда будет необходимость встретиться, встретимся. Но он знал, я вышла замуж, он женился. А потом мы соединились, и все стало замечательно. Мы соединились в волчью стаю, стали жить все вместе. А почему волчью стаю? Вот зрители не поймут. Потому что все Волковы. Я Волкова по первому мужу. А
Ваня Волков, потому что Николай Николаевич Волков его папа. Николай Волков умер от рака крови в 2003 году. Оставалось всего полгода до его 70-летия, которое он так хотел отметить в своей большой, уникальной семье. Колины дети – это как мои дети, потому что я отслеживаю пути, и мы очень дружим с Колиной женой, с Верочкой. Вот как удалось выстроить такие отношения? Значит, такие люди. Какие люди, так и выстраиваются отношения. А что портить их? Все случается в жизни, все бывает. Но есть общая кровь, общая, если есть уровень культуры отношений, если есть уровень духовности общий, тогда так легко. А если скобари, когда подложить в суп керосину и сказать, не увидишь ребенка никогда, будь ты проклят, а папе сказать, а ребенку сказать, папа умер, или он космонавт, ну это так можно тоже жить. Хорошо ли это, я не знаю. Ольга Владимировна из тех, с кем, наверное, здорово ходить в походы. Кто никогда не предаст. Кто будет вечной батарейкой такой заряженной абсолютно всегда. А вот эта разрядка у нее наступает, но только этого никто не увидит. И то, что она ведет дневники, и ведет их очень редко. Она ведет всю жизнь дневники, но пишет очень редко. И всего несколько записей в год у нее может быть. И пишет только тогда, когда некому сказать, что плохо. А она никогда никому не говорит, что ей плохо. И когда ей плохо, она пишет это в дневнике. И вот эти записи удивительные. ...1981 год. Легла спать рано и, конечно, не уснула. Стало жутко тоскливо. Встаю, зажигаю свет, сажусь за письменный стол, начинаю писать письмо самой себе, от себя же самой. Оля, как я тебе завидую. Мне уже 80, а тебе еще 40. Ты можешь бегом пробежаться по лестнице, можешь много работать, еще можешь понравиться представителям сильного пола, можешь позвонить по телефону друзьям, которых ты так любишь. Я до конца доходила в слезах, в соплях, с разбитой мордой, но понимала, что виновата я, а потом начиналась новая история. Со счастьем, со всплесками и тоже чем-то кончалась. Я лучше это сделаю, но не буду жалеть, чем потом грызть ноготь в старости на единственном зубе и говорить, ах, черт подери, а все-таки надо было рискнуть. Я очень люблю таких людей, потому что с ними всегда интересно. Потому что никогда не знаешь, что от них ждать. Никогда не знаешь, как она себя поведет в следующую минуту. Никогда не знаешь, каким будет выражение лица. Я готов, снимаем. И еще раз. Можно, можно подвигаться. Что я, что она. А ТЮЗ – это определенная школа. В ТЮЗе играешь мальчиков-девочек там, до 50 лет, такой бодрячок, такой вот наивняк. Потом ты переходишь в амплуа характерных актрис. Волкова – гениальная характерная актриса. Она приехала с огромным количеством вещей. Тряпочек, шапочек, накидочек, штанишек и так далее. Ее безумно увлекал процесс фотосессии. Спокойный, ровный взгляд в камеру. Да, хорошо. Очень красиво. Очень. Можно пальчики не так широко. Да. Стоп. Очень хорошо. Вот так, вот так. Еще раз.
Это абсолютно однозначно. Это другой персонаж. Это не та Ольга Волкова, которую мы знаем, которую мы видели на экране. Это ценно для меня, что в этой истории она показалась несколько с другой стороны, которую мы не знали. Когда она вдруг надела эту шапочку свою вязаную, я думал, что фотосессия это будет что-то такое искрящееся, что-то такое улыбающееся, комическое. А она вдруг неожиданным образом стала давать звезду немого кино. Черт возьми. И в этот момент я посмотрел на нее и понял, что она ведь она в том самом возрасте, в том самом состоянии, когда могла сыграть трагедию. Вот реально трагедию. С болью, с истерикой внутренней и внешней. Со слезами, с потерями. Но просто этого никто не видит. А она себя видит. И вот ты понимаешь, тот самый вариант, когда она вдруг неожиданным образом вот там этими двумя сделав здесь себе какие-то синяки, наведя себе какие-то тени, сделав эти безумные стрелки, надев эту шапку, я вдруг увидел, что это мега-актриса. Это вариант действительно чего-то трагического. Сыграть эпоху, боль. Плачущий Пьеро. Очень красиво. Очень красиво. Не двигаемся. Не двигаемся, да, секундочку. Чуть пониже можно. Стоп. Стоп, 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 да. Я не снимаюсь у великих режиссеров типа Абдурашидов, или кто у нас считается высшим мастером, и не снималась никогда. Думаю, что и не буду сниматься. Я им не интересна. Вот. А вы пытались спрашивать у кого-то из них, почему? А зачем? А вы не пытались спрашивать, подойдя к мужчине, почему вы не в его вкусе? Травносильно. Почему я вам не нравлюсь? Да не нравишься ты никак. Сверху, мужик. Не нравишься ты мне. Все. Сцена 13, кадр 1, дубль 1. Васнецов! Сереженька! Мне Бог посылает, может быть, такую вот жизнерадостность, что и муза, за то, что я не ропщу. Я с удовольствием работаю в массовке, в эпизоде везде. Тюз насыщал. Мы и двигались очень много, и пили, играли на 6 музыкальных инструментах. Даже когда я маме исполнила Чижика-Пыжика на яйцерезке, она плакала. Потому что извлечь звук из всего, что можно извлекать, все, что поддается созвучием, это вот страсть просто. Поэтому трехрядка, гитара, рояль, фортепиано в смысле, балалайка, флейта пикколо, геликон даже взяла и освоила. Это такая труба, которая надевается, кто ее не знает. Вот. И это все доставляло радость. Из Тюза я ушла по глубоко личным соображениям, потому что человек, которого я любила, он женился на девушке, и девушка должна была работать в этом же театре. А это мне было невыносимо тяжело пережить, поэтому я сиганула в театр комедии, где было очень тяжело, и я скучала по театру. Девушка в театре не появилась, а я из Тюза ушла. Но потом оказалось, что это необратимо. Все для чего-то надо. Я все с нуля начала, все сбросила, начала набирать себя с нуля. Так же и с театрами рисковала. Рисковала башкой, переходя из Тюза в театр комедии, с нуля начала. Потом в БДТ вообще ничто не светило. А уж в Москву в 58 лет рвануть. Это покойный Игорь Дмитриев сказал, что это подвиг. Профессиональный подвиг. 30 лет я брала Москву. Меня она не брала. Или звали, отказывали. И по разным способам, или я предлагала себя, заинтересовывались, и каждый раз я возвращалась в Питер, говорила, как гастрит, весна и осень, я опять в Москву лечу. Москва сорвалась, мама заболела, сказала, хочу умереть в Ленинграде. Я забыла про Москву на все это время, но что-то мне все вот я... Зубы точу об одного артиста, от другого, а спектакль мне не нравится это. Потом думаю, что ты хочешь? Это с тобой проблемы у театра, а не у тебя с театром проблемы. Вы знаете, что, наверное, потому что вот я росла с братьями, у меня нет чувства страха. Раз нет чувства страха, нет подобострастия.
Санкт-Петербург. Наши дни. Большой драматический театр имени большого драматического монарха Георгия Товстоногова. Ленинград. Эпоха тому назад. Большой драматический театр имени Максима Горького. Один из лучших театров СССР. 60-е, 70-е, 80-е годы. Золотой век БДТ под руководством гениального режиссера Георгия Товстоногова. В 1976 году он пригласил в труппу актрису Ольгу Волкову. Смеха ради. В смысле, с расчетом на новую комическую краску. Уже взрослая актриса Волкова рассчитывала все-таки на взрослую драму. Но актриса и репертуар так и не сошлись характерами. Художественный руководитель БДТ Георгий Товстоногов умер в 1989 году. Тогда Ольга Волкова окончательно утвердилась в своем решении уехать в Москву на ПМЖ. Против был только муж. Потому что у него была маленькая своя мастерская, здесь ничего. И он боялся, что все состоится, и все состоялось замечательно. У него было около 5 или 6 персональных выставок. У него вышли 3 альбома. Он сидит дома, ему сейчас 80 лет. У него 2 компьютера. Он занимается компьютерами, он занимается компьютерной графикой, он читает, он живет так, как мне не снилось, он делает то, что он хочет. Он так боялся Москвы. Ничего этого было бы невозможно в Питере. В Питере негде заработать. Материально жить очень трудно. Вообще никаких видов заработка нет. Еще тогда дорого стоило москвичи не ездили в Питер сниматься, а питерцы в Москву. Дорога дорогая и гостиница. Даже когда проклинали в Питере, когда я уезжала в Москву. Проклинали? Как вы смели, да. Был открытый эфир, какой-то мужчина с Дальнего Востока. Вы часть ленинградской культуры. Как вы можете оставлять Питер? Ну как я могу оставлять? Ну надо жить там, ты должен жить, где ты даже востребован. Расшифровывается аббревиатура «бомж», «Новая Россия» узнала в начале 90-х. И, в частности, актуальный ликбез провел режиссер Эльдар Рязанов. Образ Кати Ивановой, пенсионерки без определенного места жительства, стал для Ольги Волковой печально символичным. В начале и середине 90-х Волкова металась между Санкт-Петербургом и Москвой. В культурной столице безработица, в приватизированной столице съемки у Рязанова и прием у Лужкова. Если бы не Рязанов, не стали бы мне москвичкой, потому что продавать квартиру 1:3 квадратный метр был по отношению к Питеру, менять так же. Нереально просто. Ну, нет у меня достатка никакого, чтобы купить квартиру в Москве. Мало того, запрещали. Был такой закон. Если ты не москвичка, ты не имеешь права покупать квартиру. Вот. И поэтому Эльдар Александрович, я попросила, у нас премьера была, обратитесь к Лужкову. И вы мне познакомитесь с ним. Я просила только представить меня. А я бы попросила разрешение купить квартиру тут. Не подарить, хотя могла бы иметь право, но нет, даже наглость думать так. Вдруг Эльдар Александрович со сцены говорит: Юрий Михайлович, давайте утрем нос Питеру, сделаем Волкову москвичкой. Весь зал, он говорит, сделаем, сделаем. Нет, не сделаем, сделаем, вы мне как мужик мужику скажите, вы поможете Волковой? Помогу, прилюдно. Ну, на этом все кончилось. Попасть на прием к Лужкову казалось невозможно. Я уже поняла, что надо по рельсам пойду обратно в Питер. Но тут все-таки просить тяжело. Опять позвонил Эльдар Александрович, попросила позвонить Лужкову, чтобы меня приняли
Вот благодаря помощи Лужкова и главной Дарьи Александровичу мне разрешили купить по дешевой цене госквартиру, где сейчас я благополучно существую, в Гальяново, в деревне Гальяново. Почему я полюбила Москву, будучи петербуржанкой? Как кто-то говорил, что есть люди вертикали и диагонали. Я люблю пригорки, я люблю ландшафт неровный, Питер по ниточке. И у меня Москва, вот я проезжаю по Яузе, как увижу этот склон, у меня душа подпрыгивает. Что-то такое вот генетически попадает в тебя, ландшафт, природа, люди. Москва дала ей вторую жизнь, Москва просто ей жизнь дала. И то, как она сейчас любит Москву, она не пытается ее полюбить. И она не пытается понравиться москвичам, она действительно любит Москву, потому что она ей благодарна. Удивительный характер – любить из благодарности. И это, наверное, тоже вот свойство детей, выросших в нищих послевоенных семьях и в то время. То, что у меня у народа отчислили пенсии, как у дворника, и никакие медали, никакие награды не спасают, они ничего не дают. Стаж 54 года. Ничего. Ноль. Поэтому вы вынуждены сниматься? Я да. В посредственных сценариях. Мне никогда лучше не жилось. Я всегда примерно жила одинаково. Тут терять нечего. Как пролетариат, только мимо своих цепей. Да и цепей даже нет, слава Богу. Вот что счастье. Я имею право думать то, что я думаю. Да, я потеряла многое за счет того, что я многого не сделала. Не вступила, не занималась, была достаточно гибка. А вы не были членом партии? Боже упаси. Об этом неприлично спрашивать, неэтичный вопрос. Хвастаться нечем. Ну, кто-то был членом партии, приличный человек, как будто я лучше всех, что я не была членом партии. А это сознательный выбор? Сознательно, конечно. Ну, я потеряла очень много на этом. Потому что я была ведущей актрисой, и я бы имела очень много. И я знала, что за это надо расплачиваться. Но каждая социальная прослойка имеет свой кайф. Вот я имею свой кайф. Я готова отказаться от чего угодно, только бы иметь возможность читать книжки, которые я хочу читать, а не самиздат. И что за то, что я расскажу анекдот, меня не посадят. То, что я уже проходила. С 1992 года Ольга Волкова не числится в труппе репертуарного театра. Звали и в «Современник», звали и в МХТ. Не пошла. Из принципа. Ее кайф, ее свобода и независимость – это антреприза. Ты, как всегда, права, ты только забыла добавить, что они заставят нас носить чедру. Боже мой, как ты бесконечно отстала. Сейчас все в антрепризу пошли, народные артисты все, кто кривил нос. Все побежали из театра, потому что в театре очень трудно. В театре трудно жить не только материально, но и морально. А антрепризы ты все-таки можешь выбрать спектакль, компанию и режиссера. Я очень люблю своих коллег. Я их очень ценю как актеров. Другое дело, что дружба, вообще в театре очень мало кто дружит. И подруг в театре так и не возникало ни разу. Я вообще не понимаю, что такое подруга. У меня подруга детства есть, Энна Романовская, которую мы дружим уже с 52-го года. Потому что никаких претензий, даже женщины дружат. Это постоянные претензии. Ты мне не позвонила. Я тебе позвонила, а ты не пришла. А почему ты не заметила этого? Это постоянные... У нас никаких не было никогда друг другу претензий. А так, я так сыта своей семьей, это мои друзья. Подруги мои, невестки, дети мои. Друзья, мне с ними интересно, я с ними ругаюсь, я с ними ржу, я с ними хожу в кино и устраиваем друг другу розыгрыши, подарки, все. Мне с ними интересно жить очень. Thank you.
ему не повезло. Семёныч, Леонид Семёныч, он половину этих денег маме отсылал. Да ну. Я тебе через диплоток на мне. Ольга Волкова стала народной артисткой России в 54 года. Свою единственную профессиональную награду, премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль» за неповторимый образ Бабы-Яги из фильма «Сказ про Федота Стрельца» актриса получила в 63 года. Вообще-то я хитра. В смысле, подлости нутра. Ну, что ты мне сегодня не колдуете с утра? Ой, тебе колите, болите. И вроде огнем палите. Я давно подозреваю у себя. Энцефалит! С той активностью, с тем напором и с тем успехом, с которым Волкова играет в антрепризах, в кино и сериалах, она не играла, будучи 30-летней и 40-летней актрисой в самом расцвете сил. Ее расцвет сегодня. Здесь и сейчас. У Ольги Владимировны Волковой очень большая семья. Это и ее собственные дети двое, и это дети мужчины, от которого у нее сын. И она всех их опекает. И не сказать, чтобы всех содержит, но я думаю, что финансово очень помогает. А я думаю, что она гораздо состоятельнее своих детей, работает она совершенно безостановочно. И что важно, вот чему можно поучиться у нее. Она любит свою работу, безусловно. Но она понимает прекрасно, вот это работа, а вот это моя жизнь, это моя семья. Да, работа тоже часть жизни, но не более того. Она не приходит на сцену, не падает лбом и не бьется, как в храме. Вот, не молится этому всему. Она понимает, что это работа, и она ее делает хорошо, очень хорошо. Всегда, как бы мне трудно ни жилось, дом не должен страдать от того, что я актриса. Пока была жива мама, мама помогала. Когда мамы не стало, появлялся дома человек, который готовил горячий обед, стирал и поддерживал чистоту на то время, пока я уезжала. Так управлялась сама. Не обязан дом страдать от того, что я артистка. Быть загаженными, невыстиранными, невыглаженными и впроголодь жить на консервах. У меня кличка «Мамка». Я иногда думаю, что сердце какое-то оно гигантское. Там столько людей у меня живет. А с бывшей невесткой не общаетесь? Обязательно. А как же? Завтра увижу свою одну любимую и будущую, и бывшую. Бывшая невестка Ольги Волковой, мама ее старшей внучки Арины, актриса Чулпан Хаматова. Бывший муж актрисы Чулпан Хаматовой, младший сын Ольги Волковой, артист Иван Волков. Кристальные отношения подтверждены документально. В интернет-дневнике Ивана Волкова регулярно появляются новые фотографии дочери, которая сегодня живет с мамой Чулпан. Папа ходит к ним в гости чаще, чем на работу. У Вани очень интересно складывается жизнь, очень сложно. Он вообще как бы композитор очень хороший. Очень талантливый композитор. Он очень талантливый актер. И диапазон у него вот такой. Бросил театр совсем. Сказал, не вернусь. Останется только кино и музыка. Потом посмотрю, как будет. Снимается он мало. Пробавляется как может чем-то. То звукорежиссером работает, то чем-то это все. И у него большая семья. Трое детей, это трое детей. Еще может появиться еще ребенок. А Катя? У Катюши немножко труднее сложилась жизнь, потому что она поснималась в кино, пошла в театральный, попробовала на экономический, на актерский не пошло. Но она тоже помешана на детях, родила одного ребенка, второго осталась дома. А потом все-таки сейчас, вернувшись, она опять вернулась в кино. Сейчас она заканчивает курсы вторых режиссеров и будет заниматься кино. Может быть, я начну сниматься. Катька, может быть, даст мне работу. По блату. Мамочку пристроит. Меня вполне устраивает, что мне 72 года, что у меня впереди уже холмик там где-то будет. И я буду с аппетитом доживать. Жить с аппетитом можно в любое время. Мечта, когда какие-то идиоты в шарах по каскаду, то ли это Ниагарский водопад, шар, и в шаре шар. И там человек, и в водопаде.
Мечта. Попробовать? Мечта. Я бы сбегнула сейчас туда. Вообще скорость – это вещь непередаваемая. Даже стоя в грузовике, когда едешь. Скорость – музыка. Движение в музыке и дети. И мечтал, чтобы их много было, чтобы их обнять, расцеловать. И же к посторонним людям приставить, дайте подержать. Прижать дети к груди. И, конечно, мечтал, чтобы состоялась жизнь у моих. Чтобы у Вани состоялась, чтобы у Кати состоялась. Они очень талантливые. Надо только смотреть глазами, как говорит Фоменко Петр Наумович. Смотреть в жизнь глазами. И она будет прекрасна.